Всем привет! И мы приехали купаться на песчаный карьер. Мне тут уже сзади крокодил расположился. Видите? Вверх ногами? Да. Будешь плавать с крокодилом? Да. Ну, пойдем купаться. Пойдем. Давай я тебя подтолкну. Она мне назад на выплыла. Так отплывай руками, ногами, разворачивайся. Здесь так мелко вначале, а потом резко глубоко. Водичка теплая, чистая. Держи. Кружи меня. Давай. Но здесь же мелко. Если ты хочешь прыгнуть с него, да то нужно. Сюда она... под. Так все нормально. Все, дядя тебе его подаст. Спасибо. Мальчики, готовы? Давай. На раз, два, три. Нормально? В воду разве не встряли? Нет? Так. Давай бомбочкой. Раз, два, три. Ой, блин, опять больно ударил. Нормально? Нормально? Я хочу солдатиком. Ты чуть-чуть рано прыгаешь. Чуть-чуть дожидайся нашего вот такого. Раз, а потом я сама подпрыгиваю, чтобы выше прыгнуть. Раз, два, три. Кто не сказал три? Мы лишний раз пыхнули. Зачем это делать? Раз, два, вот это хорош. Да она нормально выныривает сама, не бойся. Круто, молодец. Да. Давай в следующий раз ты меня бросишь. Нет. Раз, два, три. О! Высоко прыгаешь уже, молодец. Швыряй. Кидай. Братва, швыряй. Цепляйся. Давай погреемся. Ну, давай, Ясь, давай я тебя попробую так вот за ножки вверх поднять. Вот так, пробуй, давай. Знаешь как? Не так, я. Вот так. Да. Что ты хочешь? Голову. Да. И что? Ручкой. Яська, хочешь я тебя брошу высоко? Хочешь? Ну да, у Леши рот позволяет. Смотри, я сейчас приседаю, ты мне становишься на плечи, когда будешь готова, но я буду под водой. Не-не-не, я тоже с папой. А потом я резко встаю, и ты прыгаешь. Не, я с тобой не хочу. Ты рассказывал? Рассказывал ему, когда к нам Даша приезжала с папой со своим, Сережей. Ты взял Ярославу на плечи, а она говорит... Пап, возьми ты меня на плечи, а у Сереги 2 метра роста. Он ее берет, она... Папа, страшно! Сейчас, подожди. Давай. Сейчас, говорит, подожди. Сейчас, подожди, он под водой. Говорит, сейчас, подожди. Давай. А мне кажется, она как со стенкой разговаривает. А камера у нас забрызганная. Кто это сделал? Вытереть надо. Пошла я на берег вытирать камеру. Кувырко! А теперь мы пошли ровно, пошли под воду.
Вытягивай палец вверх. Ты будешь ее подбрасывать? Раз. Два. Вперед только. Есть. Готово. Раз. Два. Три. Солдатик. По ушам мне ногами. Чистая вода такая, да, классная. Плыви, 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 давай, давай. Давай, давай, давай. Молодец. Я еще тут стою. Отдыхай, отдыхай уже все. Я папу буду тащить. Давай. Пускай вот ворота. Наш корабль. Тетка, ну. Я держу, держу. Ты прям как по-настоящему. Не смеши. Ты себя отобьешь живот. Я не отбила, мне не больно. Да как это не больно? Ты постоянно плашмя прыгаешь. Я не плашмя. Давай лучше поплывем с тобой. Только. Здесь вообще вода бирюзового цвета. Очень чистая. Ты устала? Обратно? Ну давай, держись за крокодила. Крокодил! А я еще поплыву. Ну, мама, пусть плывет, а я не смогу так далеко плыть. Дама! С Амстердама. Поднимайтесь. Отчаливаем к берегу. Так, все, соберись. Поплыли обратно. Ой, давай. Все синее такое. Поплыли, поплыли. Давай. Почему так просто синее? Потому что ты с закрытыми глазами на солнце смотрела. Давай, звездочка. Ложись. Она забыла. Как лежать звездочкой? Говорит, в море лежала, вода мне держала соленая. Бросаю, расслабься. Звездочка идет ко дну потихоньку. Задняя часть звездочки идет ко дну. Заякорилась. Давай еще раз. Давай. Готова? Все, опускаю. А чё ты не готова? У меня на глаза вода попула. Давай. Приготовилась? Плыви. А как так-то? Получается? Первые два дня. Получается? А, да. Ну, молодец. Мы накупались и теперь будем кушать арбуз. Вот так порежу, да? И покрою. Сладкий, спелый, сочный. Азербайджанский. Так он лопается. Вкусно? Угу. Как вкус, еще бы. Ты будешь нырять? Да. Давай, смотри, без тропки? Да. Раз, два. Ты накупалась?
Угу. Напрыгалась? Угу. Ну теперь обсыхаем и будем ехать домой. Да-да-да, да-да-да, купаться уже не будешь. Ты уже трусишься вся. Не трушусь. Мы уже вернулись с водоема и вышли поливать наши розы. Когда-то я уже показывала в видео, какие розы у нас расцвели, а какие еще нет. В общем, все розы, которые садили, все-все до единой расцвели. Все принялись. Очень красивые. В общем, у нас здесь розарий. Покажи, как ты делаешь фонтан. Можно и здесь покупаться, да? Нравится тебе ухаживать за цветами? У Ярославы новый способ полива. Она с пандуса поливает. Так свежо, хорошо теперь здесь. Не, мне не надо, я уже накупалась сегодня. Розы политы, а сейчас я с Басей, это собака Юли и Лёши, прогуляюсь на улице. Давай же ее покажем. Бакс. Его. Привет. Привет, Бакс. Привет, Бакс. Вот такой он красавчик. Бася. У него такая стрижка бывает модная. Когда его подстригут в следующий раз, я вам обязательно покажу. Сейчас у него не такая модная стрижка, но бывает прям с такими узорами. Ребята, а вот напишите в комментариях, как вы думаете, сколько Басе лет? Еще раз его покажем. Посмотри на нас, Бась. Бась. Сколько тебе там лет дадут? Он что-то там увидел. А я вам сейчас скажу, сколько ему лет. Ему целых 11 лет. Хотя, мне кажется, он на них вообще не выглядит. Ну, потому что собачка маленькая, поэтому не скажешь, что она там старая. Ну, да. А как мы можем понять, что ему 11 лет? Потому что у него всего 3 зуба осталось. Бася, Бася. Меньше. Уже 2. Бася. Он уже там увидел. Пойдем. Куда ты смотришь? Куда? Ребята, напишите в комментариях, у кого есть собака такой же породы. Ты думаешь, он устал, решила его поносить на руках? Я ничего не думаю. Я думаю, кто что такой? Он... Кто это тут такой, а? Кто доберман? Кто? Кто доберман? Да прикольчик такой есть. И там собачка такая. Так вот маленькая такая мини-собачка, да. Чхуахуа. Очень весело мы провели сегодняшний день. Кому понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока.